Неосторожное обращение с огнем – предварительная причина крупного пожара недалеко от парка «Гремячая грива». Возгорание началось около полудня накануне, а потушили пламя только за 12 часов. Причем для этого было задействовано 2 вертолета и 55 человек на земле. Работы осложнялись тем, что к очагу не удавалось подойти технике и действовать приходилось в пешем порядке и с воздуха. Общая площадь возгорания составила 40 гектаров. В Красноярске прошли публичные слушания по вопросам озеленения города. В них приняли участие члены научного сообщества, юристы и представители коммерческих муниципальных предприятий. Главная задача – утверждение единых требований и повышение ответственности за снос, обрезку и повреждение городских зеленых насаждений. Причем слушания проходили с соблюдением всех мер профилактики коронавируса. Посевная кампания в Красноярском крае выполнена на 50%. Зерновыми и зернобобовыми засеяно 440 тысяч гектаров. Работы ведут все растениеводческие районы нашего региона. В лидерах аграрии Шарыповского, Ачинского, Ужурского и Каратузского районов. Напомним, из-за теплой и сухой погоды посевная в этом году началась примерно на 2 недели раньше. В Красноярске женщины унесли цветы от памятнику ветерану Великой Отечественной войны Александру Кузнецову. На кадрах с камер наблюдения видно, как две девушки специально подходят к монументу, рассматривают его, а потом забирают две корзины. Поступок вызвал шквал негодования после того, как видео попало в Facebook.